конечная? Да, вам надо выйти. Слушайте, нам некуда идти. Девочка устала, на улице ливень. Можно нам тут пока остаться? Автобус пойдет назад в парк. Я не могу помочь. Все в порядке? Мы найдем, где переночевать. Идем, Алиса, надо спешить. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Тут тепло. Сейчас согреешься.
пошли. Мотель. Мы нашли, где переночевать. Мы туда не пойдем? Нужны $40 и другая одежда, или искать другое место. Ты совсем замерзла. Ничего, не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. Но это на другом конце города. А нам нужно прямо сейчас. Идем, Алиса. Спасибо, что пользуетесь нашими услугами. О, магазин открыт. Давай-ка зайдем. Тебе надо согреться. Что вам надо? Я тут с ребенком, и нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Фига. Бомжиха андроид? А, вот это прикол. Так, у меня тут магазин. Не армия спасения, ясно? Вали отсюда, если ничего не покупаешь.
свалить на пол? Зачем? Алиса, сделай, как я прошу. Не переживай. Сейчас все подниму. Ну, пошли. Черт! Теперь у нас есть деньги. Ты меня обманула, чтобы их украсть. Разве так можно? Я тебе верила. Нам нужны деньги. Мне пришлось это сделать. Можно снять номер? Стоит 40 баксов. Сразу.
Мне нужно ваше имя и адрес. И будьте добры, документы. У меня с собой нет. Прошу вас, ребенок устал. Ничего. Завтра разберемся. Спокойной ночи. Спасибо. Идем, Алиса. Он тебе поверил? Этого я не знаю, но сегодня ты будешь спать в тепле. Ну-ка, давай мне куртку. Надо раздеться, все промокло насквозь. Развешу в ванной сушиться. Почему он меня не любил? Почему все время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Не знаю. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдешь. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Никогда. Надо поспать. Я выключаю свет.
здесь место, где наши свободы. Найди Иерихо! Найди Иерихо! Android AG700. Создан служить вам. Жду ваших приказов. Обнаружен сбой в моей программе. Обратитесь в ближайший центр поддержки Киберлайф. Thank you.
небо. Thank you.
Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Найти Девианта было очень непросто. Ты проявил в этом большое мастерство. Но ты же знал, Девианты непредсказуемы. Тебе следовало быть осторожнее. Я надеялся, что он что-то скажет. Это была моя ошибка. Ничего. Надеюсь, ты учтешь это в будущем. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? Машина убедительно симулировала человеческие эмоции, в частности страх. Как будто поддалась им и действовала иррационально. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он явно не такой, как я предполагал. Но у меня пока недостаточно информации, чтобы составить мнение. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Я к нему адаптируюсь. В интересах расследования необходимо избегать с ним конфликтов и подстроиться под его особенности. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу
ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Пип. Короче. Лейтенант Андерсон, это Коннор. Андроид из компании Киберлайн. Я жду вас в офисе уже почти 12. Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! На стол валится по 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип, будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Я очень рад, что меня приняли. Уверяю, что приложу все усилия. Закрой дверь с той стороны. Хорошего дня, капитан.
Они уничтожат меня. Мне жаль. Я этого не хотел. Но помочь я не в силах. Меня ждет смерть. Открывайте камеру. Скорей! Позвоню в Киберлайф. Пускай уберут. Я чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобства, лейтенант. И я приношу вам за это свои извинения. Мы напарники, и следует узнать друг друга получше. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить. У вас какая-то особая причина презирать меня? Да. Есть одна. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Эй,
Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. За детройтские машины болеете? Картер вчера забросил 53% мячей из-за трехочковой линии. Смотрели матч? Вот его-то я вчера в баре и смотрел. О. Хотел спросить, вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Три досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель AX-400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Знаю, вы не рады, что вам поручили это расследование. Но вы же профессионал. А давай ты уже пойдешь нахер. Вам следует заняться личными проблемами и дать мне более компетентного напарника. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю.
Есть информация о модели AX-400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривенвейле. Хорошо.